Елена Кандулайнин отметила день рождения в смелом бикини. Елена Кандулайнин отмечает свой 61-й день рождения на пляжах Доминиканы, о чем артистка сообщила в соцсетях. Один из главных секс-символов советского кино похвасталась великолепной фигурой, которую поспешила облачить в соблазнительное ярко-красное бикини. Поклонники, в свою очередь, заметили, что для своих лет именинница выглядит потрясающе. 8 апреля 2019 года. Идет подготовка к дню рождения. Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара «Марафон» в Доминикане. pic.twitter.com/info6wapi Елена Кандулайнин, собака Кандалана. 8 апреля 2019 года автора фото Елена предпочла оставить за кадром. При этом актриса не скрывает, что в Пунта-Кане она отдыхает не одна.